Национальный межвузовский чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» – это финал новой чемпионатной ветки движения для студентов вузов, который впервые прошел в Москве с 28 ноября по 1 декабря. В соревнованиях по профессиональному мастерству приняли участие свыше 400 конкурсантов, бакалавры и специалисты из 83 вузов страны, показавшие в ходе отборочных этапов наиболее высокие результаты в составе своих сборных. В компетенции предпринимательства участие приняла 21 команда из разных городов России. В 2017 году филиал вступил в новое движение. Это межвузовские чемпионаты по стандартам WorldSkills. И в сентябре на базе Кумертауского филиала прошел отборочный этап по стандартам WorldSkills компетенции предпринимательства. Соревновались 5 команд, 3 команды Оренбургского государственного университета и 2 команды Кумертауского филиала Оренбургского государственного университета. Победители Копанева Анна и Копанева Татьяна получили право представлять наш город, наш филиал на всероссийском этапе чемпионата, межвузовского чемпионата по стандартам WorldSkills. Все участники чемпионата во время соревнований находились под пристальным вниманием экспертов, оценивающих профессиональные навыки конкурсантов, а также работодателей, которые в дальнейшем могут очень существенно повлиять на карьеру молодых специалистов. Впервые в истории университета золотые медали по компетенции предпринимательства молодые профессионалы завоевали Анна и Татьяна Копаневы. Единственный филиал, представивший участников среди ведущих вузов России, стал победителем в одной из компетенций. Когда назвали, конечно, были эмоции радости. Все, наконец-то мы узнали, потому что мы находились вот в течение ожидания. Один день не спали, переживали. Все-таки мы думали, что мы выступили достойно, хорошо, все-таки это должно оцениться так, как это нужно, по критериям определенным. И это свершилось, слезы радости были, прыжки были, улыбки были. Все было хорошо. По этому случаю 7 декабря в конференц-зале администрации Борис Беляев лично поздравил студенток ОГУ и вручил денежный сертификат. В 2019 году в городе Казань состоится всемирный межвузовский чемпионат, в котором вновь примут участие сестры Копаневы. Будет вечно потомков счастливое детство, будет слышен повсюду их радостный смех. Город юности нашей, ты наше наследство, город нашей надежды, ты лучший из всех. Сила города – это его жители, а кому как не нам и будущему поколению жить и процветать вместе с ним, с городом Кумертау. С вами была команда Kids Online. Мы знаем, чего хотят ваши дети.